Итак, я хочу поделиться с вами таким интересным словом, которое сказал однажды Осия. 10:12 записано. Сейте себе в правду. Sow for yourself righteousness. И пожнете милость. Reap in mercy. Распахивайте у себя на виду. Break up your fallow ground. Ибо время взыскать Господа. For it is time to seek the Lord. Чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Till he comes and rains righteousness on you. Знаете, это пророческое слово. It's a prophetic word. И даже могу сказать, оно сегодня к нам, потому что оно прозвучало как пророческое слово ко мне. And today is for us because it sounded like a prophetic word for me today. И очень глубоко сказано. And it's very deep words. Что надо сеять себе в правду. That we need to sow for ourselves righteousness. Давайте поразмышляем над этим. Let's think about this. Что это значит сеять себе в правду? What does it mean to sow for yourself righteousness? Я вам скажу, что это такое. I'll tell you. Вот в человеческом сердце очень много неправды. In man's heart, there is a lot of unrighteousness. Иеремия пишет, что лукаво сердце человека и крайне испорчено. Мы знаем эти слова, да? Jeremiah writes that the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Кто знает его? Who can know it? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. I, the Lord, search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Вот если сеять семена правды, семена Божьи, if we sow in the seeds of righteousness, seeds of God, вот в такое сердце, into that kind of heart, неочищенное, unpurified, от сорняков, not, the weeds not been removed, что будет с посевом? Подумайте только. What will be the harvest? Получится ли добрый урожай в таком сердце? Will you have a good harvest in such a heart? Давайте мы представим на примере. Вот возьмем поле. Let's imagine ourselves a field. Оно не обработано. It's not been treated. Поле полное сорняков. Field full of weeds. И вот в это засеянное поле сорняками, камнями, мусором всяким. And this field full of weeds, rubbish and rocks. Разбрасывать драгоценные, прекрасные семена, хорошие семена. You sow precious and beautiful good seeds. И что получится на этом поле? Как вы думаете, можно ли ожидать хороший урожай? Can you expect a good harvest on this field? Можно ли думать, что вот пшеница вырастет и заглушит сорняки? Можно такое подумать даже? Can you think that the wheat will grow and it will get rid of the weeds? Я думаю, это напрасный труд сеятеля, правда? I think it will be a wasted labor of the sower. Вы знаете, что у сорняков есть такая особенность? You know, the weeds have that peculiar quality. Они очень устойчивые. They're very strong. Ко всяким невзгодам устойчивые. They're very strong against all the elements. На любой почве они себя чувствуют великолепно. They feel really good on any kind of ground. Их даже не надо удобрять. You don't need to fertilize them. Их не надо окучивать. You don't need to any поле не нужно вспахивать. You don't need to dig things around them. Потому что они являются проклятием земли. Because they're the curse of the earth. Поэтому растут прекрасно на всякой каменистой почве и сухой. They grow wonderfully on any rocky or dry soil. Вы знаете, что проклятие, оно очень устойчиво в этом мире. As you know, the curse is very stable. Для него не обязательно добрая почва. It doesn't need a good ground. И человек, который приходит к Богу, a person who comes to God, должен очистить свое сердечко. Needs to purify their heart. Потому что в этом сердце вот это все живет. Because all these things live in the heart. Полно сорняков. There's lots of weeds. Это проклятие. Проклятие этого мира. It's the curse of this world. И оно живет внутри сердец. Lives inside the hearts. Поэтому сколько бы ты ни сеял туда доброе семя, если сердце не очищено, so as much as you can sow all the good seeds in it, but the heart has not been purified and cleansed, ничего не поможет. Nothing will help. Сердце надо очистить. You need to cleanse your heart. Чтобы принесли добрый урожай, мы должны очистить свои сердца. For you to have good harvest, you need to cleanse your heart. Я, знаете, много раз слышала, и нам вообще как-то свойственно удивляться. Many times I've heard, and we seem to be surprised. Как такое возможно? Человек столько лет ходит в церковь, к примеру, или вот уже покрестился, там стал верующим. How is it possible? A person has been in the church for a long time and been baptized, and they're a Christian, a believer. Слушает проповеди, даже взять Иисуса Христа слушали. Listens to sermon. People listen to Jesus.
И при этом остается тем же самым, не меняется. And the person remains the same. They don't change. Как был в миру, такой остался и здесь. The person was in the world and the same remains here. К стыду скажу, даже бывает хуже становится. To the greatest shame, people become even worse. От чего такое происходит? Why does it happen? А все потому, что почва не обработанная. Only because the soil has not been treated. Он не заботится о своей почве. He does not take care of his soil. Не заботится о своем сердце. He does not take care of his heart. Как имел сорняки, так с этими сорняками и остался. The person has weeds and continue to have them. Волчьи, терны, все внутри. Thorns and thistles all stay inside. Добавок ко всему, еще и удобряет эту почву. And on top of that, he's fertilizing this ground. Что должно вырасти? What should grow? Когда еще и удобрять сорняки, а? When you're fertilizing the weeds. Вот и получается, что такой человек не только с теми же грехами остается, еще и приумножает. So the person doesn't just remain with the same sins, but increases them. И добрую пшеницу уничтожает в самом себе. And destroys the good grains of wheat inside. Поэтому сказано: сейте себе в правду и пожнете милость. Therefore it says, sow for yourself righteousness and reap in mercy. Сейте себе в правду, это значит поработайте над своим сердечком. Sow for yourself righteousness means work on your heart. Это в первую очередь, что мы должны сделать. That's the first thing we should do. Вы знаете, что человек не думает, что самое основное, самое главное. Это наше сердце. Person doesn't realize that the main thing, main part is our heart. Это сердце надо привести в такое состояние, чтобы встретить Господа. Heart needs to be brought into this condition for you to meet the Lord. От состояния сердца зависит наша праведность, не от того, что мы стараемся быть и выглядеть. Our righteousness depends on our heart, not the way we behave and look to behave. Сердечки наши должны быть готовы к встрече с Господом. Our hearts must be ready to meet the Lord. Вы знаете, что никакие дела не спасут человека, никакие. You know, no deeds can save a man. Если в сердце остаются эти сорняки. If the weeds remain in the heart. Если в сердце остается лукавство. If there's hypocrisy in the heart. Злость, бесчестие. Pride, guile. Ничего не спасет, как бы ты ни делал добрые дела. Nothing can save you, even if you're doing good deeds. Иеремия пророчествует почти то же самое, что Осия. Jeremiah prophesies these words, which are so similar to Hosea. 4:3-4. Chapter 4, verse 3 and 4. Так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима. So thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem. Распашите себе новые нивы. Break up your fallow ground. И не сейте между тернами, как хорошо сказано. And do not sow among thorns. Such good words. Обрежьте себя для Господа. Circumcise yourself for the Lord. И снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима. And take away the foreskins of your heart, you men of Judah, inhabitants of Jerusalem. Чтобы гнев мой не открылся как огонь. Lest my fury come forth like fire. И не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. And burn so that no one can quench it because of the evil of your doings. Невозможно прийти к Господу с прежним сердцем. You cannot come to the Lord with a former heart. Сердце должно быть обрезано. Это обязательно. Heart needs to be circumcised. А что значит обрезать сердце? What does it mean to circumcise your heart? Все то наследство, которое принесли мы из этого мира. All the inheritance we brought from this world. Это все терны. Все волчицы. It's all thistles and thorns. Это все сорняки. It's all weeds. Гордость, лукавство. Pride, guile. Лицемерие. Hypocrisy. Непокорство. Rebelliousness. Своеволие. Self-will. Самоправедность. Self-righteousness. Себялюбие. And сколько love можно of yourself. Перечислять? Such a long list. Если это все в тебе, это сорняки. If you have this in you, it's all weeds. Сердце необрезанное. Your heart has not been circumcised. Всякая неправда. Это сердце необрезанное. All untruths. Это все качество греховной натуры. It's all the qualities of sinful nature. Надо убирать из себя. Needs to be removed from это yourself. Не должно внутри нас быть. Should not be inside of you. Это то, что является и называется необрезанным сердцем. That's what's called uncircumcised heart. Это проклятие. It's the curse. Которое человек взращивает в себе. That man keeps growing inside of him. Оно от этого мира, от проклятия пришло. It's the curse that came from this world. Поэтому Иеремия предупреждает то же самое. Jeremiah warns the same thing. Что он говорит, в сердце есть наклонности. He says there are doings, in Russian it says inclinations in the heart. Знаете, это слово меня особенно коснулось. This word really touched me. Если есть наклонности, if there are inclinations, то это уже считается сорняками. It's already considered to be a sin, a weed.
Потому что они себя обязательно проявят. Because they'll manifest themselves. Ну как же, я же не делаю грех, но у тебя есть наклонность. But I'm not doing a sin, but you have inclinations. Иеремия не говорит, чтобы обрезали сердца отдел злых. Jeremiah doesn't say that you need to circumcise your hearts from evil works. Речь даже не идет о делах. Doesn't talk about works. А только о наклонностях. But as in Russian translation says, inclinations. Хочу, чтобы вы это услышали, мои дорогие, потому что мы обычно обращаем внимание на дела. Because so often we pay attention at works. А Бог еще обращает внимание на наклонности. But God pays attention at inclinations. Мы можем обрезать сорняки. We can cut off the weeds. Но если корни есть, but if the roots are still there, это наклонности. This is your inclinations. И если есть корни, if there are roots, они опять вырастут. They'll grow again. Смысл обрезанных не под корень. What's the point of not uprooting the weeds? Поле осталось таким же. The field remains это the same. Это только видимость. You just have the wrong appearance. Мы можем научиться создавать видимость. Это нас не спасет. We can create appearance. It doesn't save us, though. Если не искоренять. Unless we uproot. Почему так мы хотим работать над собой, над своим сердцем? Надо искоренять. Why do we want to work so hard on our heart? Because we need to uproot. Чтобы новые ростки не пускали опять эти наклонности. For those inclinations not to bring up new flowerings. Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. We need to remember this word. Оно очень сильненько врезалось в меня. It's really gone deep in me. Наклонности — это то, что осталось. Your inclinations are what have remained. Необрезанным в сердце. In uncircumcised heart. Оно невидимое. It's invisible. Для наших глаз. For our eyes. Но это корешки греха. The roots of the sin. Понимаете, что самое страшное? That's the most terrible thing. До времени прорастания они могут быть не видны. They cannot be, may not be visible until и they still grow. Поле может выглядеть прилично, и человек такой хороший. And the field may look good, and the person may look good. А ну коснись его. But just touch that person. Там, где ему немножечко неприятно. We're making uncomfortable. И они обязательно вылезут. And the inclinations will come up. Эти сорняки, которые не были обрезаны. Those weeds that have not been uprooted. Если поле не вспахать, if you do not dig up the earth, что значит вспахать? Вы только подумайте. What does it mean to plow? Вспахивая, все корешки вылезают. When you're digging it up, all the roots are coming out. Обнаружить надо, мои дорогие. It reveals the roots. Свои наклонности надо обнаружить. You need to reveal your inclinations. Не прятать, чтобы никто не заметил. Not to hide them for no one to find. Обнаружить. But to reveal. Поле должно быть вспахано. The field must be planted. Корешки кверху. Roots up. Только тогда можно их убрать. Only then you can remove them. Наклонности — это то, к чему человек остался склонен сделать. The inclinations are things the person is still inclined to do. Это те качества, которые в нем сохранились. The qualities that still remain. Знаете, как больно это видеть. It's so hard to see. Когда уже поверишь, что человек изменился, а он раз. You believe the person changed, but he suddenly. И опять то старое, что в нем раньше было. Old thing that person had before. Он, может быть, и посрезал. Maybe злые дела, cut off the wrongdoings, явные, the visible ones, и праведникам теперь кажется. And now appears to be righteous. Но я еще раз говорю, при определенных условиях, but at specific situations, наклонности себя проявят. The inclinations will manifest themselves. Поле должно быть очищено. The field must be это однозначно. Поле должно быть очищено, сердце должно быть обрезано. The field must be cleaned, the heart must be circumcised. Это значит, что человек должен прийти в состояние какое? The person needs to come into state of what? Покорности, кротости, смирения сердцем. Humbleness, meekness, and humility of the heart. Сейте себе в правду. Sow for yourself righteousness. И пожнете милость. От Господа пожнете милость. And reap mercy from the Lord. Дальше говорится в другом месте. Не сейте между тернами. The other verse says, do not sow among thorns. Не сейте между тернами. Do not sow among thorns. Не принесет плода, понимаете? It will bear you no fruit. Обрежьте себя для Господа. Не сказано, вас кто-то будет обрезать. Сами себя обрежьте для Господа. Circumcise yourself to the Lord. It's not that somebody will circumcise. Circumcise yourselves. Снимите крайнюю плоть сердца нашего. Take away the foreskin of your heart. Серьезное предупреждение. It's a serious one. Почему? Потому что, говорится, Бог может разгневаться. Because God may become angry. А я верю. And I believe so. Лицемерие Бог очень не любит. Hypocrisy God does not like a lot. Лукавство Бог очень не терпит. And God cannot, hypocrisy does not accept. Может рассердиться. He can be very angry. И это серьезное предупреждение для народа Божьего. A serious warning for the people of God. Обет обрезания.
The covenant of circumcision Он предлагался только народу Божьему. Was offered only to the people of God. Вы это знаете из Ветхого Завета. You know this from the Old Testament. Поэтому Завету определялось, что это народ Божий. According to this covenant, it was defined who is the people of God. Среди всех иных народов. Among all other people. Если кто-то даже жил среди народа Божьего и был необрезан, он не относился к народу Божьему. If somebody lived among the people of God but was not circumcised, they did not belong to the people of God. Переносите это на себя. Если кто-то среди нас будет с необрезанным сердцем, он не относится к народу Божьему. See that in yourselves. If somebody here who does not have circumcised heart, it does not belong to the people of God. Все то же самое, ничего не меняется. Nothing changes. Просто символика. Изменилось. Теперь это духовно. Just symbolism have changed. Now it's a spiritual way. И сегодня народ Божий заключает завет с Богом в обрезании сердца. And today people make covenant with God through the circumcision of heart. Бог определяет по обрезанным сердцам, это мои. God looks at circumcised hearts and says, these are mine. А это не мои, это не мой народ. And these are not mine. They're not my people. Если сердце не обрезано. If the heart's not circumcised, если все грехи этого мира живут в сердце, if the sins of the world live in your heart, если есть наклонности ко греху, if your inclinations to sin, это не мой народ. These are not my people. Понимаете? Его народом считаются те, которые обрезаны сердцами. His people are those who have circumcised hearts. Те, которые соблюдают завет Божий, это завет. Those who follow the commandments of God. Еще раз напоминаю, снимите крайнюю плоть сердца вашего мужа Иуды и жителей Иерусалима. I remind you again, and take away the foreskins of your heart, you the men of Judah, inhabitants of Jerusalem. Для чего? Why? Чтобы гнев мой не открылся. Lest my fury come forth like fire. Чтобы гнев мой не открылся, lest, говорит Господь. Lest my fury come forth like fire, says the Lord. Как огонь. Like fire. И не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. And burn so that no one can quench it because of the evil of your doings. Те, которые не видят необходимости в этом. Those who do not see necessity in this. Не заботятся об очищении своего поля. Not taking care of their field. Об обрезании своего сердца. About circumcising their могут heart. Попасть под осуждение Господа. They may fall under the condemnation of God. Ведь все сказано к чему? Приготовьтесь. Because it says prepare. К чему? Приготовьтесь, Господь грядет. Prepare, Lord is coming. К встрече с Господом приготовьтесь. Prepare to meet the Lord. Как Осия говорит еще дальше? Hosea says further. Слушайте внимательно. Listen. Вы возделывали нечестие. You have plowed wickedness. Пожинайте беззаконие. You have reaped iniquity. Если возделывали нечестие, не очистили поле. If you've plowed wickedness, if you did not clean your field, пожинайте беззаконие. You reap iniquity. Едите плод лжи. You've eaten the fruit of lies. Потому что ты надеялся на путь твой. Because you trusted in your own way. На множество ратников твоих. О, нас много, нас большинство. In the multitude of your mighty men. Oh, we have majority. Вы понимаете, в чем дело? You see the problem. У таких людей тоже плоды. People have fruits as well. Потому что они взращивают. Because they bring it up. Каждый взращивает на своем поле. People think growing things on their fields. На своих сердцах что-то взращивается. People growing things in their hearts. Но оказывается, взращивается нечестие. But they grow in wickedness. Которая осталась от этого мира. Which remain from this world. И тут еще удобряется. And they fertilize in it. С этими сердцами необрезанными. With these uncircumcised hearts. Они ходили. They were среди walking народа Божьего. Among people of God. И были вроде как и незамечены. And they were not really noticed. Но это не спасет, что ты в среде. But it doesn't save you to be among them. Ты должен стать частью. You have to be part. Не просто в среде находиться, стать частью. Not just be among the people of God, but be part of the people of God. Понимаете? Вместо того, чтобы признавать условия, надо их исполнять. Not just recognizing the conditions, you have to fulfill the conditions. Потому что Господь серьезный. God is serious. Он не шутит. He's not joking. Он говорит и исполняет. He says and does. Я думаю, что многие из вас уже увидели, что Бог что говорит, то исполняет. I'm sure many of you noticed and know that what God says, He does. И Он говорит, что в один момент неугасимо по причине злых наклонностей их будет огонь. And it says that the fire will burn, no one can quench it because of the evil of your doings. Если в Ветхом Завете это было по плоти, то сейчас по духу. If in Old Testament it was in flesh, now it's in spirit. По духу нужно обрезать свои сердца, все сорняки, поле вспакивать. You need to circumcise your hearts and dig up your ground, your earth, your field. Вспомните, как говорилось это к Ветхому Завету. Тоже очень интересно. Несмотря на то, что это было по плоти, имело духовное значение. And you see, it was speaking about the flesh in the Old Testament, but it had a spiritual meaning. Моисей говорит. Moses was saying. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое.
he who is born in your house and he will be bought with your money must be circumcised. Непременно. Have to. Вы понимаете, что такое непременно? Must be. Это не может быть отменено. It cannot be cancelled. Дальше. И будет завет мой на телах ваших заветом вечным. And my covenant shall be in your flesh as an everlasting covenant. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, не истребится душа та из народа своего. The uncircumcised male child who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from the people. Ибо он нарушил завет мой. He has broken my covenant. И мы знаем, что этот завет вечный, потому что это духовный завет обрезания сердца. We know this is everlasting covenant, for this is the covenant of circumcision of heart. Впервые Бог заключил этот завет с Авраамом. First God entered, made this covenant with Abraham. Почему? Потому что это завет веры. Because it's a covenant of faith. Он отец веры. He's a father of faith. И с ним этот закон остался. Завет этот остался. And this covenant stayed with him. Вот посмотрите, как Моисей говорит и объясняет, что значит этот завет. Look how Moses explains what does this covenant mean. Он говорит: и обрежет Господь Бог твой сердце твое. Says, and the Lord your God will circumcise your heart. И сердце потомства твоего. And the heart of your descendants. Для чего? Why? Внимательно послушайте, для чего? Listen carefully for what purpose. Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего. To love the Lord of your God with all your heart. И от всей души твоей. With all your soul. Значит, если мы не обрежем сердце, means if we don't circumcise the heart, можем ли мы любить? Can we love? От всего сердца, от всей души. With all our heart, with all our soul. Выходит, что не можем. Apparently we can't. Почему? Why? Самолюбивые. Because loving themselves, ourselves. Он очень хорошо сказал, чтобы ты любил Господа, обрежь. He said very well, for you to love the Lord, you need to circumcise. Чтобы ты любил Господа Бога. For you to love the Lord your God. От всего сердца твоего. With all your heart. И от всей души твоей. With all your soul. Дабы жить тебе. That you may live. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих. Also the Lord of your God will put all these curses on your enemies. И ненавидящих тебя. Those who hate you. Которые гнали тебя. Those who persecuted you. А ты обратишься и будешь слушать. Слушайте еще раз внимательно. Что получится, когда ты обрежешь сердце? What happens again when you circumcise your heart? А ты обратишься и будешь слушать глаз Господа. You will again obey the voice of the Lord. И исполнять все заповеди Его, которые заповедал тебе сегодня. And do all His commandments, which I command you today. Это условия. These are the conditions. Человек, у которого не обрезано сердце, person whose heart has not been circumcised, не обратился сердцем до конца, has not turned with his whole heart, в нем наклонности к греху, still have inclination towards sin, он не способен всем сердцем, всей душой любить Господа, unable to love the Lord with all heart and soul, и не способен исполнять волю Бога, unable to fulfill God's will, понимаете, не способен, не может, cannot, там полно грехов, it's too many sins, наклонности, inclinations, к греху, towards sin, поэтому он отчасти будет послушен, he will be partially obedient, отчасти будет любить, partially will love. Там, где выгодно, там, где удобно ему, он будет послушен. Where it's comfortable, beneficial, he will be obedient. Что его устраивает, он будет делать. Things that he's okay with, he'll do. А там, где человеку не очень хочется. But places where he doesn't really want to do. Где предъявлены требования святости, смирения, where there are demands of holiness and humbleness. Послушание. Obedience. Там греховные наклонности проявляются. Then the sinful inclinations will be manifested. У необрезанного сердца это так. Those who have uncircumcised hearts. Поэтому такой человек много говорит о любви. Persons can speak about love a lot. Но на самом деле он не любит. But actually doesn't не love. Любит Господа. Doesn't love the Lord. Не может, не способен. He cannot, is unable. Необрезанное сердце не способна любить. Uncircumcised heart, unable to love. По-настоящему, потому что оно самолюбиво. Because loves themselves. Оно самолюбиво, но не может любить кого-то больше, чем себя. Loves themselves, cannot love someone more than themselves. И так сказал сам Господь. Еще через Моисея. Said through Moses. И обрежет Господь Бог твое сердце твое, чтобы ты любил Господа. The Lord your God will circumcise your heart and the heart that you love the Lord. Хотите любить Господа? You want to love the Первую Lord? Заповедь исполнить. Fulfill the first commandment. Обрежьте сердца. Circumcise your heart. Чтобы любить Господа. To love the Lord. От всего сердца, от всей души. With all your heart, with all your soul. Это обязательные условия. It's a must commandment. Для чего? Для того, чтобы жил ты, написано, правда? Мы сейчас с вами прочитали. It says for you to live. Для того, чтобы жил ты. For you to live.
Человек с необрезанным сердцем не покорен Господу. Person with uncircumcised heart will be disobedient to the Lord. И волю его не исполняет. Does not fulfill his will. Самовольный. Will be self-willed. Самовольный. Self-willed. Как хочет, так будет служить, как хочет, так будет идти за Господом. Will serve the Lord the way he wants and follow the Lord the way he wants. Как хочет, так придет церковь, хочет, не придет церковь, как хочу. To come to the church doesn't want, doesn't come to the church the way he wants. Все это свидетельствует о необрезанном сердце. It testifies about uncircumcised hearts. Но обрезанное сердце сказано: ты обратишься и будешь слушать глаз Господа. But a circumcised heart says you will obey the voice of the Lord. И будешь исполнять. And will do. Будешь слушать и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. Will obey and will do all His commandments which I command you today. Итак, кто такой истинный праведник? So he's a true righteous person. У кого сердце обрезано, мои дорогие? Whose heart's been circumcised. Тот является праведником пред Богом. He's righteous. Со смиренным сердцем. With humble heart. Ибо потому что не ищет больше своего. For doesn't seek his own. Итак, сейте себе в правду. So sow for yourself righteousness. И обретете милость. Reap in mercy. У кого? В глазах Господа. In the eyes of the Lord. Так как мы знаем, что Бог гордым противится. Because we know that God resists the proud. А смиренным дает благодать. Give grace to the humble. Сейте себе в правду. И пожнете милость. Righteousness, распахивайте у себя на вино. Break your fallow ground. Ибо время взыскать Господа. For it is time to seek the Lord. Чтобы Он, когда придет, till he comes. Дождем пролил на вас правду. And raise righteousness on you. Еще хочу обратить внимание наше. And draw your attention. На то, что надо, что сделать? Надо постоянно продвигаться на вину распахивать. We need to continue digging up the fallow ground. Что такое на вина? What does it mean? Это место, которое вы еще не распахали, куда вы еще не заглянули. It's the ground that has not been plowed yet. They've not even looked into it yet. Мы можем распахать часть нашего сердца, к примеру, внутренность нашу какую-то. We can plow the part of our heart, some part of it. На этом остановиться. And then stop at that. Подумать, ну мы уже достигли. We have achieved something. Но он говорит на вину. But it talks about вы знаете, сколько внутри нас нераспаханных полей? How much inside of us there are earths, fields have not been dug up yet? Сколько внутри нас глубин, которые мы еще сами себе не открыли? There are so many depths inside that we've not revealed to ourselves yet. И Бог хочет, чтобы мы внутри себя открывали, как Павел говорит, стремлюсь все время к новому, лучшему. God wants us to reveal the new things, as Paul says, I'm constantly striving towards new things. Он сказал, я не почитаю себя достигшим, он очень хорошо это понимал. Paul said, I did not count myself to have apprehended. He understood it really well. Стремление. Оно внутри нас должно быть. Striving forward must be within us. Даже если мы стремимся к почести высшего звания Божьего, оно вот там. Even if we're reaching forward to those to the upward goal of the prize of upward call. Мы не к местам стремиться должны. А вот там. It's inside, not up there. Распахивайте на вину. Ищите внутри себя новые поля, новые возможности. Seek new fields and new opportunities inside of you. Всегда распахивайте. Always dig up more. Ищите, Бог будет открывать. Внутри вас будет открывать. Seek and God will reveal inside of you. Для вас это будет великое откровение, и когда откроется, вспахивайте. It will be new revelation for you, and when it's revealed, keep digging it up. Как бы ни казалось вам, что вот вы чего-то достигли, все уже замечательно. Нет, есть новина. You've achieved a lot, and it's wonderful, есть что-то еще, что вы можете распахать и засеять. There are always new places that you can dig up and sow more. И когда вы будете обрабатывать, Бог будет посылать туда семена. And when you clean up the ground, God Он will будет send свою more seed, правду туда сеять. He will sow his righteousness there. Бог посещает распаханные новины. God visits the dug up new places. И чем богаче внутренний мир человека, тем больше у него распаханных полей. And the richer the inner world of the person, the more he has the grounds and fields that have been dug up for the Lord. Это духовный мир человека. The spiritual world of the man. И чем больше распаханных полей в сердце человека, and the more the fields have been dug up for the Lord, тем больше в нем Божьего присутствия. The more presence of the Lord in that person. Потому сказано, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа. That's why it says, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord. А что, нельзя искать Господа с моим вот сегодняшним полем? Can I not seek the Lord with the field I have today? Он говорит, распахивайте. He says, break на вину распахивайте. Break up fallow ground. Чтобы взыскать Господа. For you to seek the Lord. Чтобы когда Он пришел, so when he comes, дождем пролил на вас правду. Righteousness, rains righteousness on you. Бог проливает правду на распаханные
God rains righteousness upon the ground that's been plowed. На разработанные места. The ground's been. На очищенные сердечки. The hearts have been cleansed. И внутри нас очень большие просторы. And inside of us there are big fields. Мы иногда даже не способны себе представить, насколько внутри нас много. So often we cannot imagine how much there is inside of us. Полей возможностей. How many fields, how many opportunities inside of us. Даже не можем себе вообразить. We cannot even imagine. Но когда начинает внутри тебя открываться, but when it's been revealed inside, ты видишь, что есть еще те места, которые ты еще даже не ожидал в себе иметь. And you see there are more and more things that you did not expect to have inside of you. Это все новое для самого тебя. It's all new even for yourself. Я вас приглашаю туда. I'm inviting you to that place. Еще хочу сказать вам. I want to say more. О распаханных полях. About the fields being plowed up. Распаханных новин именно. The new places of the plowed up. Когда мы распахиваем новины в наших сердцах. When we plow out new places in our hearts. И сердца наши начинают расширяться. And the hearts become wider. Наше видение Бога начинает расширяться. Our vision of God becomes wider. Наша деятельность начинает расширяться. Our activity becomes wider. Наше поле деятельности начинает расширяться. Our field of activity becomes wider. Бог начинает засевать своими семенами поля, которые мы можем обрабатывать дальше наших понятий. God will sow more seeds on the field that we beyond our understanding. Мы начинаем ходить новыми путями, потому что мы распахали новые we start to walk поля. New ways because we dug up and plowed new fields. Мы начинаем делать то, что никогда не делали. Для нас это ново, но Бог ведет нас туда, потому что мы распахиваем новые. We start to do things that are new for us because we have new fields. Новые служения. New ministries. Новые служения, new ministries. Которые мы никогда не ожидали, что мы будем делать. That we never expected to do. Но стоит нам начать двигаться вот так, распахивать новины внутри себя. We start plowing up new fields inside. Он начинает открывать тебе новое служение. He starts to reveal new ministries to you. Призывает тебя в свои глубины. Calling you in a deep place with him. В глубины отношений. Deep relationship. А когда глубины отношений, это значит новые помазания. And deep relationship means new anointing. Новые возможности. New opportunities. Ты был в малом верен, он доверяет тебе больше. You were faithful in small things, he trusted you more. И ты видишь, что ты никогда этого не делал, а теперь делаешь, потому что Бог тебя призвал дальше. And you see that you've never done it before, but now you are doing it because God calling you move on. Начинает доверять тебе больше. Trust you with more. И это постоянное движение. That's constant movement. В глубину отношений с Богом. Deep relationship with God. Это равнопропорционально, насколько ты распахиваешь поля твои, новину твою, настолько ты углубляешься в Бога. It's directly proportional how much new ground you're digging up. That's how much deeper you're going to God. Настолько Бог расширяет свою ниву для тебя. That's how much wider God widens His field for you. Поэтому он говорит: сейте себе в правду. Therefore, sow for righteousness yourself for righteousness. Распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа. Reap in mercy, break up fallow ground, for it is time to seek the Lord. И тогда Он дождем прольет правду свою. Till He comes and raises righteousness on you. Это призыв. This is a call. Знаете, когда-то Бог сказал мне эти слова, я даже не поняла, как новину распахивать, Господи, что ты имеешь в виду? Once God said to me, I didn't really understand how is it to break up the fallow ground. Don't understand that. Бывает, что я даже не понимаю, что от меня хочет Господь, когда говорит. Sometimes I don't understand what the Lord wants from me when He speaks. Я просто соглашаюсь, говорю, я согласна, только покажи. I say, I agree, just show me. И вы знаете, недавно, совсем недавно, just recently, я вдруг посмотрела, да, Бог дал новину, God gave us новое служение, fallow ground, new ministry, новое служение по Zoom, in Zoom ministry, когда Он объединил нашу церковь, when He joined our church, израильскую, бельгийскую, and Belgium, и даже за пределами ее уже, even beyond it, even. На одном Zoom, и Москва. Moscow is connecting. Новина. It's a new ground. Мы распахиваем новину. We're breaking up fallow ground. И Бог дает нам новое служение. God gives us new ministry. Для нас неожиданное и удивительное. It's unexpected and amazing for us. Но это не предел. It's not the limit. Будем дальше распахивать. We'll continue more. Бог будет расширять свои возможности. God will widen His opportunities.